Я хотел в конце его рассказать. Ну ладно. Значит, такая чернобыльская красная шапочка, знаешь, такая у нее там идет по лесу. У нее там одно ухо вот такое вот. Титьки, одна здоровая, другая поменьше, такая 48 размера нога. Она идет такая у чудовища, знаешь, такая с корзинкой. И тут навстречу волки. Волк такой. Ты кто? Ты такая берет его за шею, такой поднимает. Ты, наверное, сожрать меня хочешь? Волк, нет, нет, я вегетарианец. Да? Может, тогда трахнуть меня хочешь? Тот, да нет, я гей. Тогда соси. Вот ради этого выкинули, да? Ну почему так смешно вообще, да? У красной шапочки, то есть, был писюн. Да. Ну она ж чернобыльская. Писюн. Почему ты говоришь писюн? Я всегда думаю, как-то у тебя другие названия писюн. Я же неприличный. Да, да. Нет, я думал, что у тебя более приличный там. Приличный? Еще Лен? Приличнее. Балда? Елда? Все, давайте остановимся. Мускулистый. Мускулистый? У тебя? Это единственное, что у меня мускулистое, если честно. Баклажан, дядя Толя.